Всем привет! Сегодня буду готовить скумбрию, запеченную в духовке. Подготовить рыбу, удалить голову и внутренности, отрезать плавники и хвост, нарезать на порционные куски. К сметане добавить соль, перец, лимонный сок и горчицу. Все хорошенько перемешать. Переложить рыбу в глубокую миску и залить сметанной смесью. Аккуратно перемешать и оставить на 15 минут. Форму смазать маслом, выложить нарезанный кольцами лук. Сверху уложить рыбу, накрыть фольгой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Затем снять фольгу и запекать еще 15 минут. Очень нежная, сочная и ароматная рыбка. Приятного аппетита!